Познакомьте малыша с животными, которые живут рядом с человеком. Например, кошка, лошадь, собака, а еще может быть корова, коза, свинья. Расскажите малышу, что эти животные называются домашними. Каждый из них приносит пользу человеку. Лошадь перевозит грузы. Кошка не пускает на порог ни мышь, ни крысу. А собака – самый надежный сторож. Поиграйте с малышом в игру «Кто как голос подает». Кошка как кричит? Мяу! Кошка мяукает. Лошадь как кричит? И-го-го! Лошадь ржет. Собака. Аф-аф. Собака лает. Таким же образом отработайте звукоподражание свиньи, коровы и козы. Не забудьте рассказать, как называются детеныши у домашних животных.